What is that? It's the snare hat. Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу про танк, который очень интересно обозревать в 2022 году. Я думаю, очень всем интересно узнать, что же этот танчик такой Т-25АТ. Прокачиваемый ПТ 7 уровня в ветке Т-110Е3. Итак, давайте для начала поговорим про орудие. Углы горизонтальной наводки у нас влево 10 и вправо 10. И влево-вправо мы можем в этом вот пространстве нашей кочергой туда-сюда махать. В принципе, это не слишком много. У нас получается 20 градусов, где мы можем нашим орудием целиться. Нужно заранее наводиться в то место, куда мы собираемся стрелять, где мы будем ожидать врагов, поскольку если этого не делать, придется очень часто ворочать корпусом. Это, скажем так, углы, которые, они приемлемые, они неплохие, они не хорошие, они так вот на грани того, чтобы стать плохими. Поскольку если враги где-то сбоку начинают вылазить, все, сразу придется корпусом заново ворочать, снова у нас будет работать стабилизация и заново придется сводиться. А вот углы вертикальной наводки, минус 10 вниз, плюс 20 вверх. Это очень хорошо, пушка хорошо опускается, хорошо поднимается и вниз и вверх стрелять комфортно. 200 средний урон в минуту, пробитие на топовой пушке 198, альфа 320. Топовый двигатель я не ставил, он у меня стоковый. Вроде как танчик должен ездить более-менее нормально, но он у меня на стоковом двигателе, потому что мне лень. И так вроде более-менее нормально можно заниматься боевыми ситуациями, я решил не качать двигатель. Скорость поворота шасси 30, максимальная скорость 56 вперед, 15 назад. 15 назад это не сильно много, но у американских танков зачастую скорость назад маленькая. Конечно, хотелось бы сюда турбину поставить, но я поставил сюда досылатель, рога, потому что танк слепой, и улучшенный прицел. Поскольку играю без допайка, экипаж так себе, стабилизация, скорость сведения хромает. Казалось бы, сведение 1.7, но из-за паршивой стабилизации, поскольку ничего толком не вкачанное не стоит допаек, стрельба все равно корявенькая. Хотя, казалось бы, сводиться должно быстро и все должно быть четко, но за счет этого сведения хоть как-то можно куда-то попадать, но и то, если перед каждым выстрелом сводиться реально до конца. Возможно, этот танк и был бы динамичнее, если бы я на него поставил топовое двигло, но опять же, мне что-то как-то кажется, что я и так его докачаю уже скоро до восьмерки. Здесь корпус у нас от Т-20, Т-20 танчик быстрый, ну и эта тачка Т-25АТ тоже в принципе нормально ездит даже на стоковом двигателе. Настоящего такого танка построено не было, был там какой-то макет, непонятный брусок, где на корпус Т-20, который Т-23, решили поставить 90-миллиметровую пушку. Ну и получилось вот такое вот корыто. В принципе, пробитие 198 на 7 левеле, это, конечно, очень прикольно. Есть еще голдой пробитие 245, но оно, в принципе, уже и не надо. Разве что девяткам куда-то там пострелять. Но, в общем и целом, девятки уязвимой зоны пробиваются и со 198 пробитием. Не все, конечно, но в основном. Особенно, как вы видите на фоне, у меня тут стоковые всякие девятки, они пробиваются несложно. Альфа 320 это, конечно, немного. Советские деструкторы явно в этом плане получше. Картошка мне тут на сайте предлагает поставить два набора оборудования. Либо досылатель сетка рога, и написано, что это стандартный набор оборудования. Либо для активной игры есть второй набор оборудования, оказывается. Досылатель, вентиль, сведение. И мне вот интересно, у пушки, у которой сведение 1.7, ей нахрена приводы наводки, которые в процентах улучшат наше сведение? Вот на сайте какой-то придурок делал гайд, поскольку лучше поставить уже улучшенный прицел или турбину для активной игры, но никак не усиленные приводы наводки. Поэтому, на мой взгляд, для активной игры что нужно? Досылатель, вентиляция и в третий слот мы ставим либо турбину, либо улучшенный прицел. Все. Тут уже зависит от вашего вкуса, что вам нужно. Больше динамики и скорости или улучшить стрельбу, чтобы пушка была точнее. Но ставить улучшенные приводы наводки в пушку, где сведение 1.7, это надо быть супер кретином. Я уже молчу про стандартный набор оборудования, досылатель, сетка, рога. На самом деле, в активной игре с такими слабыми углами горизонтальной наводки такое вообще нафиг не надо, потому что ты часто будешь поворачиваться и сетка рога будут сбиваться.
Это насколько нужно пассивно на этом танке играть, чтобы сетка рога имели смысл. Да, у меня здесь стоят рога, поскольку еще на стоковом танке, без двигателя, без гусениц, там, без ничего, активно играть было невозможно. А обзора не было практически. И я был беззащитен, поскольку я ничего не видел. Мне они нужны были. Но сейчас на некоторых картах под второй набор оборудования очень кстати можно взять досылатель, турбину и вентиль, ну либо же прицел вместо турбины для активной игры. Вот какой набор оборудования должен быть, а не то дерьмо, которое написано на сайте картошки. И вот в снаряжении тоже написано «стандартный набор». У меня такое ощущение, что везде, где написано «стандартный набор», это для придурков. Малая аптечка, малый ремкомплект и малый ручной огнетушитель. На 7-м левеле малый ручной огнетушитель. При том, что сейчас в картохе столько акций и всего остального, что у меня даже сотнями, я 0 доната в игру внес, 0 на втором аккаунте, у меня сотнями ремки, аптечки, огнетушители лежат. И даже если не лежат, лучше купить один большой огнетушитель, вы его поставите, он там будет стоять 100 боев. Вам надо будет жопой вперед ехать, чтобы сбить его, чтобы вы загорелись и он сработал. И вы все это время не будете за него платить. А если ваш танк загорится, один раз урон тикнет и сразу танк потухнет. Плюс у вас еще и шанс, что вы загоритесь, он будет уменьшен. Из-за того, что большой огнетушитель это делает, уменьшает шанс возгораться. А маленький огнетушитель надо будет еще и нажать, и он ничего не улучшает. Это мусор. Его если и ставить, то там на 3-4 уровень какой-нибудь. Уже после 5-6 левела не стоит вообще ни на какой танк ставить маленький огнетушитель. Но еще тут есть рекомендация по снарядам. На топовое орудие разрешено взять всего 40 снарядиков. Комбинация из 30 бронебойных, 5 подкалиберных и 5 фугасных снарядов для всех игровых ситуаций. Алло, очнитесь, у вас в игре все играют на фулл голде. Какие все ситуации? В игре есть только одна ситуация, всрать как можно больше серебра. В принципе, вывод по танчику следующий. Он неплохой, нормальный, иногда что-то даже отбивает, но на броню надеяться не стоит. УВН хорошие, углы горизонтальной наводки приемлемые, в принципе терпимые. Собираться лучше на какую-то активную игру, поскольку кемперить в игре в последнее время не так уж много где есть. А если и кемперить где-то, то все равно нужно какие-то активные там под камни кустовые позиции занимать, чтобы из-под тишка наваливать врагам. Такие дефолтные места, как раньше, там сел где-то в кусту, 10 минут сидишь, стреляешь, такого сейчас в игре особо нет. Нужно по-новому учиться там где-то подъезжать, из куста стрелять. Нужно прям знать, где эти точки находятся, и все равно они больше про агрессивную игру, чем про сетку рога. Поэтому танчик, в принципе, норм, проходной пойдет. С вами был Варчик, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, как вам этот лучший обзор на самый важный и нужный танк, про который важно узнать в 2022 году. Всем удачного дня, пока. What is that? It's snare.